Здорово, пацаны. Это Тёма, если вдруг кто не знает. Привет. Это его Гранта, заряженная, повседневная. Сейчас поедем, послушаем. Я ее, слушай, больше года не слышал на самом деле. В резерве стояла. Ну ты ее ж делал, сколько ты получается? Нет, ты делал сначала бандпас. Да я ее все лето делал, пока ты. Да, потом. Ну, был у тебя фазик, потом ты сделал бандпас, что-то тебе не понравилось, ты решил сделать две. Ну да. Бандпас, бандпас же на одной был у тебя. А результат тот же остался. На чем? Ну что на бандпасе был? Двух, что ли? Да. Да ну ты че? Сколько больше пришло? Ну сейчас 156,3 умеренно последний раз. А на БП сколько было? На БП было 154,5 масла. Ого. У БП был полностью в багажнике, не так, как сейчас, да? Че, мы там потом развернемся? Да, да? Можно. Че, прям сразу валить сейчас будешь? Ну а че? На ходу же, чтоб не убили, остановим. Короче, ощущения какие? Сейчас я расскажу, ребята. Выключай, надо, а то авторские забанят. Короче, болят уши, массажируют спину очень сильно. Прям ощущения, как от массажера. Вот такие вибрации жесткие, потому что сиденья кожаные. Вот. И нос, короче, флексит тоже жутко. Ну, уши, нос флексит, я не знаю, там будет видно на камере. Камера не слоумо.
снимает. Ну, попробую замедлить. Тёма, расскажи, что по питанию вообще, потому что просада нету. По питанию что? Ваня, я перезвоню, сейчас занят пока. Показывал там детонат. Сороковка. 160 ампер. 4 секции. Ну, нормально, в принципе, вроде как. Справляется, но все равно запашок был, да, хотя клипа не было. Сабом уже прилетает, видимо, нормально так. А клипа нифига, видимо, ровненько. Ну, от треков еще зависит, но довольно-таки долго играет, может долго играть. Это такой трек, да, сам по себе, там, ну, квадрат какой-то есть, но все равно. А генератор какой, ты говоришь, Денса? Генератор Денса, да. Ну вот уже видишь, уже набрало 15,2. 15,2, да? Ребят, ну валит очень круто на самом деле. Причем не на каких-то там верхах или не на лютых там низах, на инфре на какой-нибудь, а на музле. Двери чуть ли не отрываются, да? Да, ну тут флекс вообще жесткий, конечно. Жесткий, 30 Гц. Что еще, какая информация нужна? Как-то так. Не знаю. Какая нужна? А, ну протяжки ты говоришь. Мне никакой. Ребят, что, 2.0? Нет, тут 70-ники. Это 70 квадратов или это 2.0? Два, ну там 2 по 70, а там нулевка, да. От этой, от титаната? От титаната нулевка идет, 0.0. Ураловский там. Ага. 2.0. Я понял. А усь какой? Сурно прямой. Прайд 8К. Прайд 8К и две уфохи пятерки, да? Да откуда ж они пятерки? Я бы был самым счастливым, да. Четверки. Ага. 418. Уфо 418 называется? Да. Ну вот так вот, ребята, валит. Это не я так назвал. Не ты назвал? Нет. Ну нормально. Так назвал. Ну они же у тебя фулл карбон? Нет, без фула. А, у тебя дифы бумажные. Фулл колпак. Фулл колпак. Да. 200 какой-то? Колпак. 230. 230 колпаки карбоновые. Со стэшек. Со стэшек, да. И красивые. Колпаки. Да, колпаки вообще зачетные. И вот они дерзкие, а. Запись что-то внезапно остановилась. Я даже не знаю, на каком моменте она остановилась, ребят. Ну, в общем, на грустном на каком-то моменте. Скорее всего, да, где-то там, где не нужно было. В общем, две уфохи 418, 8К Pride, две протяжки 70 квадратов, 2 плюса, 2 минуса. И в багажнике титаната, сколько ты сказал секций? 160 ампер, 4 секции. 4 сороковки секции. Да, вот. 40 ампер. Все, Тём, большое спасибо за валиво. Давай будем прощаться. Спасибо вам. А вам спасибо, что смотрели. Большой удачи в жизни, чистого и громкого звука. Пока, увидимся.